Всем привет, дорогие мои подписчики, зрители и, конечно же, гости моего канала. Ребята, сегодня мы запишем для вас Жека Микс игру CSGO. Поздоровайся. Всем привет. Да, ребята, 3 часа или 2 часа ночи, хер знает. Сейчас запишем по-бырому и пойдем мы спадки, да? Спадки? Да. Кроватки. Спадки в теплой кроватке. Диман, ты мой опыт сосал. Иди в жопу. Это я тебя расстрелил. Там читер из банки идет, осторожно. Ты чё их там это помечал, что ли? Обоссал их, что ли, да? Как собака вот эта вот обоссал, и все, она ее. Вот так вот надо через двери стрелять, ёптить, идить. Читеров убивать? Да, тащил бы я бы так в настоящей вот игре, ёпта. Я просто визжал, как. Гоу на ломтинка. Может, гоу мид рашить? Пошли. Пошли. Это кто идет за рядом со мной? А, это ты. Там уже есть двое. Ты где есть, не пойму, рак-то. Он меня, блин, с ножа стоит, пыряет, козел. Я ему хэд просадил. Ты прикинь, как сейчас стоит. Пыряет, так еще присел. Я бы сказал, что он делал на самом деле-то. Я убил 67% вражеской команды, Диман. Я ты, минус ты 4 дал 1 убил. Ассист. Ты 4 убил. Ну? Будешь ты меня тут еще заливать. 4 убил, так все, минус 70%, ёпта. Я математику лучше тебя знаю, поэтому не надо тут заливать мне. Сейчас было обидно, Диман. Ёптить, это А. Ёб твою мать, меня вынесли, Диман. На Зиге трое, сейчас тебе буду мониторить. Ай. Так. Справа трое, на Зиге. А, нет, ну да, да-да-да, на Зиге. Вон они. Да ну их нахер, я охерею, просто их там много. Это... Пиздец. Жизнь боль, когда ассистов ноль. Ты будешь тащить сегодня? Сегодня? Да сейчас, подожди, куплю это АВП-шку и сразу минус 6 сделаю. Уверен? Да. На сколько процентов? 10. А 11? Не, 11 это много. О! Чё? Фига, это ещё Диман, смотри, как я нагибаю. Где? Я вижу, что ты не нагибаешь. Где? Тебя убили уже давно, ёп. Чё ты? Чё ты мне заливаешь тут? Я минус 4 за этот раунд сделал. Ага, минус 10 может. Не веришь? Посмотри, 4 килограмма. Я 500 ассистов набил, посмотри, если не веришь. Не верю, смотрю и не вижу. Ну я смотрю и не вижу. Минус 4 что я сделал, не ты видишь? Перед этим минус 4 сделал. Писюн ты. Ты мне будешь заливать? Это все, потом я еще 4 своих убил, получалось 0, а вот сейчас опять минус 4 сделал. Ага. Разводи кого-нибудь там, другого. Знаешь, что это можно? Я, короче... Ты вот спорим, что здесь можно своего убить, Диман? Спорим. На сколько рублей? На 1000 давай. На рубль давай. Ну все, спорим на рубль, что можешь своего убить. Знаешь как? Если у тебя 1 хп, я тебе в рожу кину дымовую гранату, ты сдохнешь. Все, ты мне рубль. Бывает. Давай рубль. Что рубль? Ты сначала убей. Рубль на киви перебей. Ты убей меня сначала, потом уже давай. Останься на 0 хп, я тебя убью. Когда у тебя 1 хп будет или 2 хотя бы, скажешь мне, я тебе гранату кину в рожу. Окей, Дим? Окей. Они все на, походу. Да кинь себе гранату под жопу, чтобы у тебя было 0 хп. Да иди в жопу. Меня вынесли, Диман. Диман, там один. Я вижу. Двое. Выходит. Косой. Хорош. Еще один. Ушел на лонг. Нет, идет в банку. Смотри, что выйдет. За дверью сидит. Ушел на лонг.
Слева. Ну вот здесь, да. Вот левей. Димон! Иди, иди спокойно, там никого нет. Иди, иди, блин, иди. Быстрее иди. Где и через они? Сити сейчас смотри, Сити смотри. Они там с Б бегут. Давай, Сити смотри. Там же. Нет, через Тёмку идет. Двери, двери, смотри туда. Вышел. Смотри туда. Да, он там. Правей. Снизу, ниже смотри, рак. Что ты на это скажешь? Что-то с Божьей милостью, с превеликим милосердием. Убил четверых? Да. Хорош. Смотри, как надо мид рашить. Жизнь боль, когда ассистов ноль. Смотри, как надо мид рашить, брат. Ты сейчас сольёшься, да? Нет. Ты уже слился, да? Нет. Уже, да. Короче, Диман, там никого нет, они в банке двое. У тебя бомба, иди плэнть. Иди плэнть. На А. Там есть кто поблизости? Нет. В Тёмку нижнюю смотри. Смотри с АВП в нижнюю Тёмку. Сейчас хоть там и наш стоит. Да смотри, он выйдет сейчас, да, вот оттуда, да-да-да, Диман. Спускается, выходит. Иди быстрее, на, нет там никого, не на лонге двое. Но еще далеко. Иди, иди спокойно, иди плэнть. Плэнть, быстрее, плэнть. На лонг смотри, от СВП. Он уже левее, 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 левее! Вот здесь. Смотри сюда. Смотри сюда, сейчас выйдет. Смотри. Ставь быстрее бомбу. Ставь быстрее бомбу и смотри на лонг. Резче на лонг. Резче на лонг смотри. Да, вот так смотри. Твою мать. Я даже не заметил, серьезно. Я не успел просто. Не успел. Да, ну почти затащил. Да почти затащил, я знаю, да. Наши просто посливались. Что вы, девочки, не пойму, посливались сразу, на меня все оставили. Козлы, как вечно. Не можете ничего сделать без меня. Зла на вас не хватает, Микс. Что ж вы такие раки, блин. Один я тащу, Микс, да? Да, один Диман сегодня тащит. Все остальные раки сраные, конченые крабы. Опять ты, блин, рашишь, Мид. Диман, смотри, как надо рашить Мид. Я не вижу ничего. Ничего ты должен видеть. Пиздец! Я знаю, что я скажу, Минд Александра, он, мне кажется, читер, потому что он сучка! Наводит. Он наводит просто даже не целясь. Он с разворота и сразу меня попадает. Так это я был. Где ты был это? Когда стрелял в тебя, я. А, ну да, ну да. Так, ты, кто короче... из нас первое место займет? Если я займу первое место, то ты мне косарь, если ты, то я косарь. Я что, такой богатый, что ли, или что? Ну, смотри, пока ты 8 к 3 идешь, а я 4 к 4, 4. Если тебя на деньги поставить на спор, ты жопу рвать будешь, но добьешься. Поэтому я не буду с тобой спорить, я же знаю. Ну что, пошли на бой, братан? Го. Пошли на Б. Го. Я на Б. Да иду я, иди в жопу. Бесишь ты меня. Думаешь? Да. Что там, жопа на Б? Так нет никого. Пленти. У меня золотая спираль, ямочка. Она вообще новая.
Ты где вообще? На мидо. У меня золотая спираль, слышишь? Да. Ты показать ее? Посмотри на меня, когда я буду вот. Видал? Как ее показывать? Аж или какое? Мы все равно, я не буду видеть, как ты показываешь на сцене. Что ты писюн? А я с эмочкой золотая спираль. Сейчас она больше похожа на цвет желтого снега. Нет, она, кстати, какая-то ящерица с ней. На ней, точнее. Там двое, Микс. Че, Дима? Шарта. Зиги, Зиги! Давай, тащи, Дима, ты один остался, тащи. Краб. Это вы крабы! Я один именно остался, я не успел перезарядиться. Это краб сегодня. Че? Микс, кто краб? У тебя один скиллов, у меня пять. Пошли на Б. О. Ты с этой, с бомбой? Нет, я кину слепу и заходим, понял? Да, ты смотришь... Не отворачивайся, не ссы. Все, заходим. Один на танцполе. Я, блядь, ебал! Минус 78. Я его добил. Светани ко мне. Иди спокойно. Да шо, а в тёмке нет никого? Мы тут. Один на Зиге остался. Ясно. Ну чё, Микс, спорим на косарь? Давай. Спорим? 12-4, а сколько играет? 3 раунда? Надо подумать. Пока думать будешь, сейчас ещё 5 штук убьёшь, бля, потом скажешь давай. Надо все равно подумать. Да ты такой-то весь расписной. Пошли. Ну погнали. Ну ладно, давай спорить. Там двое, заходит. Иди. Слева еще один, слева. Ну так что, мы поспорили или что? Чищу. Ну ладно, если чищу, так чищу. Его сейчас убью, смотри. Он его добить не может, я охренею. Он, по-моему, мой коснутый уже. Свой, не свой, похер. Он целый, он сейчас затащит. Спорим? Спорим? Спорим на косарь, что затащит? Не, не спорим. Не спорим, не спорим, не спорим, не спорим, я сказал. Пуджа, Гарики. Я успел. В смысле? Я успел сказать, не спорим. В смысле не успел ты? Я успел. Ну все, я пошел делать минус 5. Да? Ну пошли делать минус 5. Ты моего сестра добил писюн. Ааа, бля! Сука! Он на миду! Он на миду прям с эмочки стоит, козел, в этом. За коробками. Писюн. Он сейчас затащит. Ты прикинь, Микс. Скоро мы просрали этот раунд, на косарь. Спорим, нет? Прикинь, сейчас затащит. Он один на двоих. Ты говоришь, споришь или нет? Быстрей. Нет. Я знаю, что мы просрали его. Потому что у нас раки одни. В команде. Зря ты не согласился, он сейчас затащит.
В Ираке все. Ну что, спорим? Что спорим? Что я сейчас минус 2 дам. Спорим или нет? Мы на что спорили? Косарь. Что я минус 2 дам. Давай. Спорим или нет? Быстрее. Нет. Ты не, дашь, ты не дашь минус 2, я знаю. Поэтому я не хочу, чтобы ты тратил деньги, а собирал на нужную ну, тебе вещь. Какую? На машину. Вот зря ты не поспорил. Я не дал минус 2. Ты живой? Пока да. Сейчас скажу, кто где. Диман, их там двое. А! Бляха-муха. Ты вынес его, Диман. Я знаю, я вынес через дым. Что тут было выносить? Господи, Микс, ты какой-то странный, слушай. Это ж вообще изи, ёптить. На отъебись стрельнуть и вынести? Хорош. Нет, я целился, высчитывал, ты понимаешь? Я ж, короче... Боря, мы просрали этот раунд. Да я знаю, что мы просрали. Я, короче, аж высчитывал специально это вот, смотрел там, запоминал, когда последний раз он появлялся, там, траекторию движения, скорость, ускорение, вот это все высчитал, и потом понял, что нужно стрелять по ногам именно так. Понял, что ли, или нет? Видишь, что он лагает? Че? Видишь, что он лагает наш? Нет. А, вижу. Они все двое на Б его ждут, а он на А, как правильный мужик. Че? Ты типа приохерели слегка. Ждали, ждали, не дождались. Так, один. Фу. Сейчас они ее расплентят. Думаешь? Уверен. Смотри. Он под лонг поставил. А, да? Куда он под лонг? Ну, и че, что он ее туда поставил? Он с ямы ни хрена не видит. Уверен? Уверен. Кстати, уже все, он выиграл. Хорош. Да, я думал уже все, я думал это крава. Зря ты не поспорил, Дима. Да иди в жопу. С тобой спорить это, блин, себе дороже. Думаешь? Ну что, спорим, что минус 2 дам, нет? Здесь? Да. Спорим. На косарь. Давай. Спорим на косарь, что я дам. Ты с АВП-хи. Я думал, ты с АВП-хи дашь минус 2. Ну вот, зря ты не поспорил, Диман. Ты где, живой? Да, я на Б, в тёмке. Иди, спокойно на Б, иди. Иди спокойно на Б. Выходи на мид, быстрей. Иди назад в тёмку, он в тёмке. Иди, 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 спокуха, вообще не очкуй. Иди быстрей. Бери калаш. Иди, иди, он на тебя выходит. Еще один справа будет. Справа, справа на тебя выходит. Вот он. Стой! Стой на месте, ты один остался. Стой, жди здесь. Они вы придут? Идет... Да, по Зиге, Зига. Дурак. Я выстрелил, но не успел даже попасть. Ты не выстрелил даже, ну. Я выстрелил, писюн. Ты должен был затащить данную цель. Да? Все сказал, да? Да. Сам слился, как рак, блин. Никто не слился. Ага. Фига ты тащишь, Дима, 16 к 8. Это скилл, это просто сарева. Сарева тащит. Сарева. Сарева. Учит, как получать АВП-шную пулю. Меня вынесли, Диман. Меня тоже. Ох ты дурень. Ох ты дурень, господи, помилуй. Да, Микс? Ды. Скажешь, когда раунд закончится, мне стыдно. Смотреть на все? Да. Ой, господи, я вот смотрю за Минда Александра. Она раздает направо и налево. Я не удивлен. Я удивлен. 1.7. Меня обогнал какой-то писюн. Ты прикинь, меня на одно очко опыта обогнал. Ну это вообще невозможно. Это как такое? Эта система дала сбой, Микс. Понимаешь? Система дала сбой. Он никак не мог меня обогнать. Кто? Этот. Тавиш. На первом месте, который. Эта система дала сбой, ты понимаешь это или нет? Понимаешь, что мы сейчас вообще просрём эту катку, нет? Нет. Знаешь, мы просрём её.
Не просрём, думаешь? А мы просрём. Тут дурак бы догадался, что мы бы её просрали. Ладно, всё, давай тащи. А почему он на первом месте, а ты нет? Я не знаю, я тебе говорю, система дала сбой. Может, ты дал сбой? Не взорь. Я не давал сбой. Чё, спорим минус 2? Минус 10, спорим? Давай. Косарь, спорим, всё. Ага. Ты уже сдох? Да. Дима, мы с тобой вдвоем остались. Один ты один. Аллах Акбар. 7-7, Диман. Ладно, все, это потому что система дала сбой. Да, в любом случае. Ну что, Диман, куда? На лонг? Б. Иди со своим лонгом, ты не умеешь там рашить. Я с Божьей помощью выжил. Ты прикинь, я с Божьей помощью выжил. Ты прикинь, Диман, я минус пять дал в этом раунде. Я минус 2 как минимум дал. Ну все, ребята, на этом мы и окончим. Вот так вот нужно тащить все баблики с Аревы и, конечно же, все катки. С вами был Динг Федоров Тащер и ЖК Микс не Тащер. Всем удачи. Всем пока.